Привет, я эксперт Лиза. И сегодня мы побываем в ресторане «Пастерия». Заходим, смотрим, да? Да. Добрый день. Здравствуйте. Уже куда? Как истинная леди, да? Так. Свежевыжатый сок. Дешевле, чем мохито. А, только 100 грамм. Холодный напой из вал, пыло, коньяк, алкогольные коктейли, виски, ром, давайте сейчас рассмотрим бы ресторан. Дрова? Веранда такая, да, зимой, наверное, уютно тут. Тут красиво, и зимой должен быть. Два тирамису, два мохито, да? Безалкогольных. Посмотрите, только есть не с нами, а апельсиновый и клубничный. Да? Классический. Апельсиновый или клубничный? Давай один апельсиновый, один клубничный. Хорошо. У вас карточкой можно рассчитать? Да. Клубничный и апельсиновый. Да. Ну и еще что-то попить к тирамису. Смотрите, есть холодные чаи, есть слинги на основе сиропов, тоже холодненькие, глинтвейны. Что такое слинг? Как настроение? Как называется? Мы уже забыли. Буква «С» в середине точно нет. Пастерия. Пастерия? Мы с Лизой пасты. Но пасту мы сегодня не кушаем. Дождалась. Очень вкусно. Не знаю, как тебе, но где? Вкусно. На вкус и цвет товарища нет. Люблю эти зонтики. Ух ты что. А это можно забирать с тобой или нельзя? Зачем? Не, там его помоют и новый стакан ставят. Салфеток нет. У меня салфетка была, она же на пыльнице, я думаю, что такое? У меня под тарелочкой салфетка. У нас есть.
Сёдов. Пользуюсь своим носовым платком. Лена Лиза. Нет, дочка просила. Ну как мне руки вытереть? Что не поможешь? Может, это примут, сказал я так. Везде, где мы были, почему-то салфетки стабильно лежали. Не спеши, ладно? Лиза, я тебе хочу помочь. Вы будете мне светиться, да? Да. Мне очень понравилось, только мы очень долго ждали и не было салфеток. А все так, как тебе понравилось, вкусно? Да, вкусно. Эксперт Лиза рекомендует посетить этот ресторан. Этот ресторан.